Всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале за просмотром нового видео. Сегодня я хочу предложить вам вместе провести мою вечернюю ежедневную рутину по уходу за кожей, которая, кстати, у меня достаточно сухая после рождения ребенка. И обязательно я хочу познакомить вас также с новой линейкой уходовой косметики от торговой марки Эвелин, которая называется Rich Coconut. Это серия косметики, которая разработана специально для сухой и чувствительной кожи, которая будет прекрасно ее питать, увлажнять, очищать, делать это все без лишней сухости и без каких-то неприятных ощущений на коже. Если тема ежедневного ухода за сухой кожей вам интересна, если вам хочется узнать что-то новое или что-то интересное, обязательно оставайтесь со мной. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк на это видео и к теме. А теперь познакомимся поближе с новой линейкой уходовой косметики от Эвелин. На этот раз с богатым кокосовым маслом. Кстати, у этой косметики полностью веганская формула, ну если это важно для вас. И на целых 97% она состоит из натуральных природных компонентов. Первое, что я покажу, это мицеллярка. Это мицеллярная увлажняющая водичка, которая предназначена для снятия макияжа с глаз и губ. Она прекрасно подойдет всем типам кожи, даже самой чувствительной. Она снимает водостойкий макияж в одно движение без лишнего трения, соответственно, она не вызывает каких-то раздражений, шелушений или излишних иссушений вашей кожи. Следующий этап – это пенка. Тут она тоже есть. У нас это пенка для умывания от Эвелин с экстрактами кокоса. Она очень нежная, мягкая, такая воздушная, но при этом прекрасно очищает кожу. Она очень бережно и щадяще моет нашу кожу, удаляет с нее все загрязнения, которые налипли на кожу за день, и при этом убирает также излишки себума, если они у вас имеются. Помимо того, она убирает остатки косметики, ну, если где-то мицеллярка не справилась, и делает ваше ежедневное вечернее очищение максимально надежным и хорошим и комфортным. Также в составе есть пробиотики, которые защищают естественный барьер кожи и берегут ее. Дальше кремушка. Кремушка вокруг глаз. Это супер питательный крем для кожи вокруг глаз, для самой нежной, самой тонкой и самой мягкой кожи, которая только есть. Он отлично ее питает и увлажняет, помогает снимать отеки, которые могут формироваться за день, ну или за ночь, у кого как. Также он разглаживает мимические морщинки, которые так или иначе у нас появляются вокруг глаз, и делают кожу мягкой, нежной и просто сияющей. Еще у нас есть суперпитательный кокосовый крем. Это идеальное средство для сухой или чувствительной кожи. Здесь есть огромное количество всевозможных масел и прочих питательных средств. На первом месте, конечно же, кокосовое масло. Это идеальное средство для ежедневного питания, успокоения и регенерации кожи. Я обожаю использовать подобные средства на ночь. Это когда ты намазалась вечером после ежедневного очищения кожи, а на утро проснулась и ходишь просто красавица. И еще один компонент этой системы или линейки ухода – это супер увлажняющий крем. Он нужен для супер глубокого увлажнения нашей кожи. Идеально, кстати, пойдет для использования по утрам на протяжении дня. Этот крем не только увлажняет кожу, но также помогает разгладить ее, убрать какие-то покраснения или раздражения. Ну и помимо всего прочего, он восстанавливает упругость кожи и дарит ей повседневную мягкость, нежность и гладкость.
Ну что, рабочий день окончен. И пора смывать макияж, умывать наше личико и мазать его всякими вкусняшками, хорошими штучками. И я собираю волосы, чтобы они мне не мешались. Начинаем, конечно же, с удаления макияжа, и делаю я это с помощью мицеллярочки от Эвелин. Кстати, она обалденно вкусно пахнет кокосиком, такой не совсем классический запах кокоса, но он вообще не преследует, никак на коже не мешается и не остается на ней. И, как можно заметить, мою тушь, подводку в виде карандашика и карандашик для бровей мицеллярочка смыла легко, без проблем, без всякого ощущения сухости или стянутости после нее. И пленок, кстати, тоже нет. Хотя я после мицеллярки всегда предпочитаю умыться хотя бы просто водичкой. В этот раз я буду все-таки использовать пеночку, так, чтобы точно все смыть, что там есть осталось на лице на протяжении дня. Пыль, грязь, жир, всякая фбяка. От нее нужно избавиться. Так, пенку я смыла. Все очистилось буквально до скрипа. Кожа очень чистая. Обожаю такие средства, которые не сушат, но очищают кожу до скрипа. И кремик вокруг глаз. Куда ж без него? Я вообще скептически отношусь к подобным средствам, но этот мне, конечно, понравился. Он очень легко наносится на кожу, у него ультралегкая текстура, разносится по коже просто в одно движение, очень легко и мягко, не оставляет после себя пленок, стянутости, каких-то неприятных ощущений, а только легкость, свежесть, увлажненность, напитанность. И следующий этап моего вечернего ухода – это питательный крем. Я обожаю использовать такие текстуры на ночь. Он такой достаточно густенький, насыщенный, имеет в себе какие-то жиры, масла, все, что нужно для нашей кожи. И я наношу его таким умеренным слоем на ночь на кожу. Он, кстати, имеет такой более яркий, выраженный аромат кокоса, такой классический для косметики. Но он, в принципе, не мешается и очень быстро выветривается. Кремик впитывается в кожу буквально за минутки, оставляя после себя только нежность, гладкость и мягкость. Ну и на этом этапе можно отправляться спать. А на утречко я оставляю вот такой вот увлажняющий крем из этой же серии. У него, в отличие от питательного крема, гораздо более легкая, мягкая текстура, которая очень быстро впитывается и на протяжении дня очень круто питает кожу. Вот и все. Такой простой мой ежедневный уход за кожей. Я надеюсь, это видео было вам интересно, полезно. Косметика от Эвелин, которую я сегодня показала, вам понравилась. Как-то впечатлила или заинтересовала вас. Обязательно приходите внизу по ссылочкам в описании. Я оставила ссылки, где можно купить эту косметику в Украине на сегодняшний день. И всем я говорю огромное спасибо за внимание. Я мне желаю творческого вдохновения, хорошего настроения и до новых встреч.